В данном видео покажем, как в приложении «Домашний бухгалтерия» для Windows быстро добавить расходы, используя функцию сканирования QR-кодов чеков. Данная функция доступна только в России. Переходим на закладку «Расходы». Нажимаем на кнопку «Сканировать QR-код». Выбираем файл с изображением чека. «Домашняя бухгалтерия» загрузила все позиции чека. Чек можно внести как каждую позицию отдельно. Можно внести одной записью, например, магазин, пятерочка. Чек можно внести несколькими записями. К примеру, если на кассе вы рассчитались частично с карты, частично наличными. Мы внесем каждую позицию чека отдельно. Указываем категорию для каждой позиции чека. Продукты питания. Если какой-то подкатегории нет, мы ее можем тут же добавить. Добавляем бананы. Далее. Батон хлеба. Продукты питания. Хлеб. И пакет. Теперь нажимаем кнопку «Добавить расходы». Мы видим, что все позиции из чека добавились в расходы. В примечаниях указана каждая позиция из чека. Теперь мы добавим второй чек из того же самого магазина, где позиции повторяются из первого чека. Домашняя бухгалтерия загрузила второй чек, и мы видим, что она сама определила, к какой категории отнести какую позицию из чека. И нам остается только добавить на кнопку «Добавить расходы». Чтобы посмотреть чек, можно нажать правую кнопку мыши и выбрать «Показать в чеке». Каждый чек можно распечатать или сохранить файл. Посмотреть список чеков можно в меню «Сервис» — «Список чеков». Здесь мы также можем увидеть содержимое каждого чека. Также можно распечатать и сохранить файл «Список всех чеков».